Ребят, всем доброе утро, и сегодня тот день выпускного, сегодня вторник, 27 число, 2017 год. Записываю это видео, и очень хочу, чтобы оно у меня было на канале, чтобы я через некоторое время посмотрела и вспомнила эти прекрасные моменты, мой выпускной и все, что происходило в этот день. Всем приятного просмотра! Вообще, только сейчас проснулась, сейчас 10 часов утра, и сейчас я сделаю утреннее упражнение. Пойду помою волосы, приведу брови в порядок, в общем. И на 4 часа, на 4:45 ко мне приходит мастер по прическе и макияжу. Вчера сделала вот такой вот маникюр, вот мне он очень нравится. Сначала хотела сделать френч, а потом, или красный, но у меня красное платье, и я решила сделать вот такой вот нежный, как конфетки, мне очень нравится. Сейчас покажу вам. Вот такой вот у меня маникюр. Мне очень нравится, и мастер очень хороший, очень хорошо сделала, все качественно и красиво. Напишите, как вам в комментариях. Так что, думаю, сегодня будет очень насыщенный день, и сейчас вам покажу свое платье, поэтому смотрите. В общем, конечно же, сейчас оно смотрится не очень, потому что оно висит, и такое, знаете, вот бесформенное, оно длинное, в пол. Мне очень нравится то, что оно все закрыто, есть рукав 3/4, и оно сдержанное, оно не открытое. Мне нравится очень это украшение, оно здесь вшито, но его можно снять, но мне его, наверное, оставлю, потому что у меня сережки вот такого цвета, вот, золотые. И после того, как мне сделают прическу и макияж, я его надену на себя и покажу вам себя в своем полностью готовом образе. Так что у меня такое платье, к нему идет такой пояс большой, я его, наверное, повяжу вот этой стороной, атласной, или атласной. Вот, так что потом у меня есть с собой вот такой будет клатч черный, классический. Вот такие вот сережки с камушками. Вот, говорю, они как раз под цвет вот этого вот готовы, и будут хорошо сочетаться. Вот. И вот такие вот они вот туфли. Туфли выбрала на толстом каблуке, а не на шпильке, потому что я буду... Ой, целую ночь мы будем в ресторане, и на шпильке я просто не выхожу. А толстый каблук как раз не видно из-под платья, он устойчивый, мне будет удобно. Что сейчас я пойду приводить себя в порядок и буду ждать мастера. Что... Смотрите дальше. А, еще забыла показать, что каждому нашему классу, всем, кто выпускается, выдавали такие приглашения на выпускное. Смотрите, вот... Вот, будет в ресторане. Думаю, будет очень крутой выпуск. И я уже в ожидании этого всего, потому что я очень ждала этого дня. А еще вот мой букетик уже начинает уже... Все, уже розочки повяли почти. Я выставляла фотку в Инстаграм. Мне он очень нравится. Люблю живые цветы. Что такое вот. Стоит на рабочем столе. Сейчас поставлю камеру на зарядку, чтобы... снимать целый выпуск, ресторан, рассвет, как будем встречать. Вот так вот. Классно, очень нравится. Блин, ребят, капец. Сижу такая, я вообще понимаю, что это последний вообще выпуск, ну, точнее, все выпуск, и все, больше не будет школы. И уже сейчас начала скучать по всем одноклассникам. Вообще капец. Боже, я все еще готовлюсь, собираюсь. Я не могу просто, что это такое, боже. Все равно буду очень сильно скучать, уже сейчас начинаю скучать по школе, по учителям, по одноклассникам, всем. Хоть сколько было много проблем, там, нет недоразумений, но все равно на 11 лет все стали такими родными, близкими, и просто не хочется уходить. Это последний день в нашей школе. Капец.
что мы говорили об этом. Но мы говорили. Раз, два, три. Боже, класс! Класс, блин! А нормального объема? Да, классно! Боже! Подойдут ли сюда распущенные? Еще клач? Ну-ка. Настя, там будешь подниматься аккуратно, чтобы не упал. Я не могу. Спасибо большое. Пожалуйста. Слышишь? Да, да. Ребят, я уже готова. И просто... Мне чуть не до слез, серьезно. Насколько я счастлива, насколько все это шикарно. Укладка. Он. Если там видно. Мейк. Серьги. Маникюр. Я просто счастлива и просто нереально. Это просто серьезно мой день. Я просто. Вот я шикарна, могу сказать сейчас. Пусть будет самовлюбленная, но я шикарна, серьезно. Боже, просто идеально. То есть сейчас уже собираемся и идем на выпускной шоу. Смотрите дальше. Саша, оно гелевое?
Я не могу открыть. Дай сюда, сейчас я проверю. Дай. Открой, можно его развязать? Теперь. Я так шумно. Только быстрее, на. Саня, что ты делаешь? Вот так. Хотя, ну оно же дерево, нет? Да, он дерево. Только держи. Держи, держи. Держи. Я все держу. Держи. У меня кому? Бля. Женщина, отойдите, вы сейчас подорвете все. Лихомуха. Блин, нет. Ну что? Я хочу сказать, что это был отличный выпуск. И я хочу передать всем привет. Это эпик влог. И сказать всем большое спасибо. Смотрите дальше, дальше будет интересно. Да, да, 3000 подписчиков нам хочу, да, все такое. Так что подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх. Всем приятного дальнейшего просмотра. Все, ребят, все уже закончилось. Теперь мы идем в этот автобус. И нас будут везти в ресторан, а на утром поедем встречать рассвет. Вот это. Будем заходить в автобус. Как бы сюда подняться? Да, влог снимаю. Привет! Привет! Можно меня? Подожди! Снимаю влог, у меня там влог. Давай камеру поворачивай. Пропусти. О, сюда можно? Хорошо. Хорошо. Так а что ты? Что? Уже давай вместе садимся. Сиди. Да, чтобы вообще все было. Я, конечно, я уже за проезд заплатил, когда я за проезд плачу маршрутки, я никому место. Что ты, Саша, что ты расскажешь? Давай вместе. Что расскажу? Я не знаю, что рассказывать. Ага. Тебе? Давай. Да, буду выкладывать. А можно я? Я буду не я побуду во влог, да? Так, в инстаграме Валерия Трунова. Мария Пономаренко и Родионова. Разница, супер, все, едем сейчас куда мы едем. В ресторан, на потом будем рассвет встречать. Будет интересно, я вам обещаю. Николай Соболь. Ты пиаришь. Кисленко вот. Помогите! Настя, Николай Соболь. Сегодня с вами. И мы будем рассказать за нами. С нами лучший ютубер. Якименко Анастасия. Меня. А ну пропиар меня. Алло, Грубачева, Инстаграм, подписываемся. Я прикалываю. Не, меня можно снимать. Ой, дайте я пройду, пожалуйста. Я пошутила. Мы на мясовозке. На мясовозке. Трубовозка. Что будем уже снимать в ресторане, короче, как будем на свете, что все будем снимать. Думаю, влог будет очень приятный. Что не хватит? Отдельной машине. Да, я понимаю. Мы выехали на дорогу. Мы в ресторан, мы поднимаемся. А что вы не нарядные? Достаю камеру, снимаю влог. Говори на небо, спасибо Бог. Ой, Сашу, я хуйщу. Мы поднимаемся. А Насте в платье неудобно. Удобно. Нифига. Николай Соболев. Ура! Это все для меня, да? Что? Полина. Приехали. О, свет. В ресторан. Будем веселиться. Сейчас будем кушать. Будем кушать, а потом я буду немного снимать наши танцы, наши кушать. И потом мы поедем на море встречать рассвет. На море.
Это же хлебно завернут, понимаешь? А да? Это казацкая рада, ты что? Это казацкая рада. Я тоже не понимаю. Да, я скажу, что вы понимаете. Опыт. Мне нравится. Конечно. Да. Вам все можно. А когда свет? Натура, когда меня не будет видно. Мне, конечно, очень жаль с вами прощаться. Я как-то не верю, что придет 1 сентября, и вдруг... Мы придем 2-го, не придем. Не, 11-й А придет, а непонятно кто пока. Мы второй раз придем, как 5-й А. Молодец, Полина. Я вас всех очень люблю. Я буду за вами скучать, я это точно знаю. Я всегда рада буду вас видеть. Так что у вас есть телефоны, я есть в Фейсбуке, вы все знаете, поэтому в Вайбере, да. У нас есть ваши визитки. Поэтому, я думаю, даже если мы не сможем лично встретиться, все равно мы будем на связи, как говорится. Правда? Конечно. Да. За вас. Не, ну не гоните. А там, ну, а ты? Так, 22:30, вийшли на вулицю погуляти трошки. На даний момент ми заходимо на наш випускний. Ви просто посмотрите, як це відбувається. Вот, йдемо. Пошли, пошли со мною, пошли со мною, пошли, пошли. Начало. Но просто суть в том, что даже когда кто нас подбирал, кто-то нас выкидывал, считайте, как щенят на улице. Мы нас отлично с ним кушаем. Настя, а что ты скажешь насчет выпуска? Вы на себя что скажешь насчет выпуска? Сложная ситуация, да. Все нормально, да. Все отлично, все шикарно. Если мясо, все нормально. Поэтому я хочу вам сказать большое искреннее спасибо за все. Я вас люблю. Все отлично. Супер. Давайте побьем посуду. Прямо сейчас встанет и обнимет классного руководителя, потому что она самая классная. Номер 16. У кого номер 16? Скажет всем, что она самая. 0-0-0-0. Ребятки, на самом деле за последние, наверное, месяцы второй раз мы просто прозрели, как вы все выросли, какие вы стали красивые, особенно девчонки. Я помню, некоторых девчонок первый ролик классно отвезти. Да, да, будете. Что такое? Ну, а мальчики, ну, просто вот смотришь на вас и гордость распирает. Мы на брудершафт. Девочки, мальчики, я хочу вам пожелать, чтобы вы осознали, сейчас перед вами открыты все пути. Не бойтесь идти вперед. Не бойтесь делать свои первые. Ну что могу сказать? Стол прекрасный. Одноклассники чудесные, очаровательные и прикольные. За вас! Спасибо! И почему так сладостно на горе позабудь я все пути? Потерял пароли, летим за чертей село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с городом, но попьем победу.
Героїні брати, ну секунду для вас. Пікаєш і. І смотрите, що буде через секунду, де ми будемо через секунду. Секунду, да. Вообще в другому городі. Пока. Аня, буду не.
на море. То, что мы приехали. Нравится на море. Мои любимые куски. Нашу всем очень нравится. Вышел очень. Придется очень долго отбирать. Пока никто не видит. Дальше отдыхать. Заканчивать, наверное, сейчас свой влог. Это был самый вообще. Спасибо всем. Я буду с вами очень сильно. Буду ждать следующего.